С начала года прокуроры Жамбылской области выявили свыше 8 тысяч правонарушений. Защищены конституционные права свыше 60 тысяч граждан. Бюджет пополнен на 1 миллиард тенге. В городе Таразе в преддверии Дня независимости награждены лучшие сотрудники прокуратуры. Свыше 60 человек получили нагрудные знаки «Отличник прокуратуры» за безупречную службу, а также медали «25 лет органам прокуратуры». А вот молодые специалисты дали клятву честно служить на благо страны и народа. Мы очень рады, что в преддверии 25-летия независимости страны оценили наш труд, вручили медали. Конечно, и дальше будем продолжать работать, не покладая рук.